Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Купленов Плей, мы с нормальным звуком, я надеюсь, продолжаем проходить Bloodborne. Завалили в прошлой серии эту паскуду, эту тварину, эту ублюдину просто неимоверную, и получили мы с вами каких-то тухлых, по-моему, получается, 7000 отголосков крови, и тут за этим алтарем есть он противосима. Это, наверное, можно было найти, пока мы бегали от босса. Почему, кстати, нет? Нихера себе. Я из игры вышел путем закрытия приложения. Мне написало, что больше так не делай, иначе свой прогресс не будет сохранен. Ладно, окей, игра, больше так делать я не буду. 7000. 7000, по-моему, ни о чем. Там максимум хватит нам на один уровень. Но нам в любом случае надо вернуться к началу этого старого Ернама, потому что... Там у нас есть как минимум две лестницы, по которым можно куда-то залезть. Одна лестница при входе в, как это назвать, Херобору, где много этих красноглазых и в бабах, или баб в тряпках. И еще одна лестница есть там на выходе, как раз таки из этой Херобору. Сейчас мы туда сгоняем. Давай я уровень один повышу. Сколько? Хватит, наверное, один. Давай, let me. Ой, смотри, как раз таки 4000 у меня останется. Давайте я еще вкачаю себе силы, потому что надо рубить уже как следует. Да. Спасибо. Так, кстати, по оружию у нас чего? Waking world. Выкину я твой мир. По оружию чего у нас? 216, 205. Срок службы. Да, в принципе, все вроде как нормально. Здесь ничего нового не появилось по поводу оружия. Мы же убили нового босса. По-моему, должно оружие появиться. Так, купить предметы. Ритуальная кровь. Она у меня есть, кстати говоря. Вот, еще надо на алтаре ее попробовать использовать. Как раз-таки нам туда все равно будет попасть. Пила, топор, секира, молот, меч. Все это у меня есть. Все, ничего нового тут не появилось. Чаша, кстати, у меня одна чаша, по-моему, есть, да? Одна чаша у меня должна была быть. Да, чаша Птумеру. Птумеру. Не знаю, к чему это. Но пойдемте. Возможно, нам еще Герман сейчас что-нибудь нового расскажет. Я не знаю, как бы точно. Ну-ка, Герман, расскажи что-нибудь-то. Большая часть святых чаш покоится глубоко в гробнице богов. И лишь те несколько, что оказались на поверхности, снова были затеряны среди людей. Какие невнимательные люди. Но если верить старым охотничьим притчам, одной из святых чаш поклоняются в деревушке, расположенной в долине. В долине Хемлет, он сказал. В городе царит хаос. Перед лицом бедствия он был сожжен и покинут. Теперь в нем живут только чудовища. Это я заметил. Отличное место для охотника, верно? Да, Герман, с тобой не поспоришь. Окей. Давайте вернемся в старый Ернам. И попробуем, собственно, эту кровь-то с вами мы прихерачить. Так, старый Ернам. В церковь Святой Чаши. Там, по-моему, из церкви Святой Чаши у нас больше никаких проходов нет. А это означает, что дальше мы сможем с вами пройти только вниз в какое-то подземелье, которая расположена рядом с церковным кругом, или как он там правильно называется, церковный округ, что-то типа того. Где старуха, короче, ждет другую старуху, за которую я так еще и не сбегал. Кстати, можно будет избегать. Мне написали в комментариях, что вот эти вот озарения, которые копятся, они нужны для того, чтобы видеть каких-то скрытых врагов, чтобы видеть вот этот синий огонек, который меня вдруг куда-то там в бешенство чуть не загнал. Типа, если бы у меня не было этих кружков, то я бы нихера этого не увидел. Может быть, ничего пока не знаю, я... Как бы даже не понимаю, пока разберусь, конечно, я с этим, возможно, как-то стоит применять, а может быть и нет. Так, отлично, где я? Ну все правильно, я здесь. Пойдемте. Сейчас, в принципе, этих чувачков, мне еще с инвентарем надо разобраться. Так, сюда мы поставим с вами коктейль. Сюда мы поставим масло. Я, кстати, купил фонарь, если кто-то не заметил. Сюда мы поставим огненную бумагу, пусть будет. Купил я фонарь еще, чтобы он светил у меня постоянно, без использования этих, как его называют, без использования факела, типа он будет освещать мне путь. А что еще у меня тут есть такого полезного, что можно было применить? В принципе, особо ничего. Вот так вот работает фонарь, смотрим, внимательно, вот так вот херак. Буньк,
И типа он что-то освещает. Ну и хорошо. А, камешков не хватает, вон что. Забыл про камешки-то. Камешки-то вообще основное оружие в этой игре. Без них, в принципе, никуда. Их не жалко просто выбрасывать, если что-то вдруг я случайно нажму. Погнали. Лестница ближайшая у нас вон там, совсем недалеко. Сейчас мы по-быстренькому здесь все расчистим. Еще немножко отголосков крови себе налутаем. Нафармим. Это очень замечательно. Иди сюда. На этом месте, кстати, на этом мосту всегда, вот сколько я не бегал за прошлым, короче, боссом, здесь постоянно пролагивает. Что-то непонятно, что. У тебя что-то выпало? А, нет, показалось. Ты что, чувак, ты никого полез-то, я не понял. Следующий, давай. А, сука, почему я-то... Ты по мне попал, а я по тебе нет. Объясни мне, пожалуйста. Я же так эффектно на него прыгнул. Ты посмотри только, а. А, товареныш, на-ка еще. Вот так-то. Кстати, если я вдруг случайно, очень сильно как-то умудрюсь залезть к пулеметчику в этой серии, я нахер от него просто убегу. Я не хочу вторую серию подряд сражаться с боссом. Я, конечно, понимаю, что это все будет очень прям к месту и очень брутально, но мне что-то прям не горю желанием. Я реально, я не справлюсь морально с этим просто никак. Это ж, сука, вон он сидит, скотина. Это ж нереально будет прям вообще. Так, давайте, чуваки. Не-не-не. Пойдем вон там мы с вами подеремся, а то сейчас мудак стрелять начнет. Вот здесь вот где-нибудь. Здесь он не простреливает. И, кстати, еще одна скотина есть, спокойно. Быстрей, быстрей, быстрей. Опа, тихо, тихо. Не-не-не, подожди. Ага. Кто там? Давай, иди сюда. Бежите, нет? Ну вы че там, эй, черти? Не хотят. Ну не хотят, так не хотят, пойдемте дальше. Это мой друган пулеметчик херачит. Здесь я уже научился все четко делать. Забегаем, отбегаем. Пулеметчик стреляет, и все взрывается. И ни одного врага там не остается. Правильно я понял? Да, все правильно, теперь бежим. Срочно, срочно, ай, твою мать, он сейчас застрелит меня. Тихо, тихо, тихо. Ха, мудак. Тихо, 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 здорово. Опа. Опа. Красавчик. И ничего почему-то с них не падает. Я задрался в прошлой серии фармить эти бутылочки, сука. Это было просто нереально. Ах, не успел, отходим. Отлично. Если бы не вот этот удар, я бы босса не прошел. Реально бы не прошел. Этот удар просто вручает, как никто. Он бьет по площади, прям по великой. Иди сюда. Все, я уже наизусть знаю всех врагов, которые здесь вылазят. Че ты скачешь? Ну-ка. ХПшечку свою установил, красавчик. Так, пузырек крови, вот. Ас, до этого не падал ни хера. Так, чувачки, здесь мы просто пробежим с вами. Не хочу с ними особо драться. Сейчас начну стрелять, вот, вот. Я реально здесь пробегал раз 20. И вот здесь как раз таки лестница. Сука, бесит вот эта херня. Вы спросите, что за херня? Я вам отвечу. Когда пытаешься выделить цель... О, они, кстати, с двух ударов начали падать. Когда пытаешься выделить цель, если поблизости никого нет, то он переворачивает камеру. Это просто реально... А, точнее, не переворачивает, а ставит ее вперед. На взгляд. Это просто реально прям бесит. Ты бежишь, 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 у тебя сзади это, ты хочешь его выделить, а вместо этого он тебе переворачивает камеру. Это просто... пару раз меня даже подводило, по-моему. Так, здесь у нас что? Подожди, стреляй. Так, еще одна лестница тут есть. И спуск вниз. Отлично. О-о-о, спокойно. Да перестань ты, сучоныш! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас помирать вообще не к месту, бежим. Сука, а там ведь что-то, наверное, полезное есть. Надо как-то сходить. Вот, куда это лезет? Всяко к нему. Ну а что терять-то, в принципе, нечего. У нас всего 5000, поехали. Не-не-не, подожди. Стой, я прочитаю, что такое? Ужасно. Ну вот, поход дело пулеметчика есть. Но просто если его не убить, то... Спокойно по этой локации не полазишь. Это херово. А я хочу по ней спокойно полазить, посмотреть, что еще мы тут не нашли с вами. Фу ты, я думал, враг какой. А это просто какая-то каменная херота. Что-то у нас лучший выбор — заряженная атака. Да вы перед каждым боссом мне пишете, что лучший выбор — заряженная атака. Только нихера это не лучший выбор. Так, а это куда ведет? Какая-то лестница. Она, в принципе, тоже куда-то ведет. А, она ведет, наверное, наверх, где стоит там этот призрак, если я ничего не путаю. Да-да-да, точно. И зачем оно нам? Здесь, наверное, тоже что-то приныкано. А, вон туда можно залезть. Ах, смотри, как хорошо спрыгнул.
Прям это нормально, это я молодец. Это прямо что-то сейчас с вами возьмем. Ай, только это очень сложно, но мы потихо пойдем. Ага, спокойненько. Всяк что-то ценное приныкали, смотри, черти. Да. Так, тут больше ничего нет у нас. Вниз я падать не хочу. По этим, если полазить, эти куда меня приведут? Ой, там еще что-то. Ой, и тут что-то есть. Ты посмотри, как много наныкали всего. Только здесь по-любому придется спускаться. Ай, тихо-тихо, не падай. Кстати, вот там, вон, в проходе, есть как раз-таки еще одна лестница. Но, а здесь еще и чашу можно применить, если уж на то пошло. Ты не упадешь у меня тут мимо-то? Давайте вот сюда я спрыгну. Ага. Коктейль Молотова. Ну, у меня полно их. Это, в принципе, бесполезная хрень. Но в запасе! Какого ж хера-то, сука, ну! Бляха-муха. И что мне делать? Они сейчас меня толпой... Толпой здесь зарубит, я вам серьезно говорю. Они просто сейчас налетят на меня и убьют. Это надо будет лучше выбегать отсюда, потому что они здесь меня задолбят. А убегать отсюда бесполезно. Может, конечно, метку... А, у меня меток даже не осталось, чтобы использовать. Блин, ну надо было делать прыжок. Прыжок же! А чё я, откуда я знал? Давайте, поехали. И сейчас будет мясо. Валим, 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 валим в проход. Быстрее, быстрее, быстрее. Здесь их встретим всех. Давай по одному. Тихо, 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 тихо. Ну, хоть так, ладно. Пока еще живем. Тихо, тихо, тихо. Уйди. Отходим. 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 Бьем. О! На-ка. А, сучёныш! Иди сюда, паскуда. На, тварь. Ой, протят, я и забыл, сучка. Сидит в углу вот эта тварь. В углу сидит и всех приманивает сюда. Прыгаем. Ла-ла-ла, иди сюда. Давай, скотинка. Ха-ха. Ишь ты, какая тварь. Думал, я тебя не замечу. Конечно. Куда собралась-то? Она хотела от меня вальнуть, прикинь. Здесь бегут уже? Бегут, сучки. Вот эта баба опасная. Я прям не могу. Она все вот эту молотилку свою начнет молотить. От нее хер спрячешься. Так, с тобой что делать? Ну, конечно, ага. Иди. Как я, короче, не пытался приучиться к молоту, у меня ни хера не получается. А это даже и не молот. Ну-ка, возьми. Ничего у меня не получается с молотом, серьезно. Я прям пытался, я старался, прям что-то делал. Отходим. Не-не-не-не. Эта падла, кстати, может схватить и загрызть до смерти еще до кучи. Вообще опасно. Вроде ходит, ходит, ничего вроде не делает. А как схватится за дело, так все. Снимай трусы, я голяю задницу. Падла. Оп! Не-не-не, ты чё? Дурочка совсем, что ли? Пузырек крови. Ну, не взяли эту хрень, хотя активируем кровь, активируем алтарь. Не знаю, что из этого получится, что из этого выйдет, но надо попробовать. И не забыть вам про ту хероборинку. Ее надо будет взять в следующий раз. Так, где-то здесь надо применять алтарь, правильно я помню? Ой, правильно я помню? Так, осколок крови, что ли, да? Да. Или чашу использовать. В смысле ничего его без пользы, при этом ничего не дает? Так не может быть. Ну, не дает, так не дает. Ладно, полезли на другую лестницу. Здесь еще одна есть. В принципе, я нормально пробежал. Не туда, так сюда. С той стороны я, по-моему, все зачистил. Там, в принципе, вообще ничего нет. Все, что хотел, я там сделал. Осталась вот тут лестница. Вон, посмотрим, куда она ведет. Никаких записок здесь, кстати, нет. Это тревожно. Хотя, если записок нет, значит, здесь нас никакого босса не ожидает. Значит, мы спокойно с этим совсем справимся, и все будет хорошо. Правильно я понимаю? Давай ползи быстрее. Тихо, где-то тёлка, блядь. Плячет тёлка где-то. Или это просто естественные звуки для этого места? Ладно. Так, да давайте попробуем еще разочек. Нас сейчас, в принципе, терять нечего, бояться нечего. Внизу нас никто не ждет, мы всех убили. Там осталось два этого врага. Одна здоровая, одна большая, вот здесь в коридоре, где мы будем пробегать сейчас по лестнице. И больше здесь, собственно, ничего-то и нет. Остальных мы с вами всех убили.
Вон там стоят две падлы. Прячутся. Я все время думал, откуда падает третья. Она, кажется, отсюда падала. Я просто запарился, думаю, откуда. Ждал, сука, ждал. Я думал, она сначала где-то в стенах прячется или в бутылках каких-то в этих. А оказывается, нет, она падла сидит на мосту и смотрит на меня. Так, потихой. Идь, спокойненько. И нам нужно будет перепрыгнуть, обязательно перепрыгнуть, иначе будет беда. Оп. Еще маленечко. Оп. Вот так. Так, а тут далеко, нет? А если я не справлюсь? Сука, какая тварь, а? Ну, я думаю, там ничего такого важного нет. Я чуть не помер, молодец. Ладно, короче, возьмем в следующий раз, если не забуду. Там, в принципе, какой-нибудь, сука, я не знаю, что-нибудь не очень такое важное прям по-любому. Ну, не может быть там чего-то такого важного. Может быть, доспехи, я хер его знает. Я попробую между сериями до туда долезть. Если не забуду, я не хочу сейчас просто время тратить. Нет, так нет. Между сериями я это дело сделаю. И старуху надо между сериями уже наконец-таки привести, может, что полезного мне даст. Долгий подъем. Там, кстати, еще одна лестница, я заметил. Вон там, вон лестница какая-то. Но она ведет в то место, где, в принципе, появляться не надо, пока мы не убили пулеметчика, наверное. То, что это падла расстреляет только так. И там, кстати, спуск вниз. Непонятно зачем и непонятно куда, но он куда-то ведет. Откуда мы сейчас щеманули с вами. Потому что там почему-то эта хрень достает абсолютно везде. Ну-ка. Время для скрытой атаки. Лучший выбор — смелая атака. Подожди, это я к нему же и ползу, наверное, да? Ха-ха-ха-ха, сука! Я тебе сейчас реально просто яйца отрежу, на уши вместо сережек намотаю, заставлю танцевать, а потом убью. Я вот прям не шучу с тобой, упырь. Спокойно. Ха-ха-ха-ха, сука! Эх ты, чай, он меня не видит, нет? Иди отсюда нахер. Иди, отвернись к своему. Какая скрытая атака, да, может быть, я не понял. Вот так. И он на меня смотрит, смотри, собака. Скрытой атаки не получится. Ладно, давай раз на раз, чего ж там. Ох ты, сука! Я тебе сейчас, собака... Ах ты, нихера себе, ты пробиваешь! Ты ж... Ну ты смотри, какой он быстрый, а! Я тебе сейчас, твареныш. Ой, надо лечиться! Успел! Не успел! Да ты смотри, какой быстрый, а! Ох ты ж, мать твою. Надо полагать, ты все еще видишь сны. А в следующий раз, когда будешь видеть сон, подумай. Нихера он быстрый, ты видал, да? Ну понятно. Я просто начал лечиться, поэтому у меня выхлест. Он не босс, он обычный враг. Мы такого убивали внизу, которого он прикрывал, падал сверху. Как угнетающим огнем прикрывающим. Он несложный. Он просто очень быстрый, и поэтому, сука, очень сложный. Он быстрее, чем та падла, которую в прошлой серии убивали. Та-то ладно еще прыгает здоровая. Тут ограниченное пространство. Тут ни коктейли, ни хера, в принципе, не поможет. Он коктейлями кидается, как собака, стреляет, как проститутка. Его надо этими... С такими атаками. Потому что по такой поточечной он не попадает, а вот такой секущий по площади как раз-таки я ему, сука, шапку сейчас снесу. Я не понял смысла скрытой атаки, которую написали, там, лучшая скрытая атака, а как я его скрою, если он падла, меня палит постоянно. И очень плохо, наверное, если эти черти смогут лазить по лестницам. Потому что если эти падлы реально смогут лазить по лестницам, то мы тогда не сможем сейчас быстро к нему пробежать. А я бы хотел к нему быстро пробежать, у меня всего 6 лечилок, это херово. Ладно, чувак, тебя я уработаю, как всегда. Ты прям стандартный у меня фраг, чтобы я свое ЧСВ потешил, а теперь погнали. Я вам покажу великий-великий способ пробегания быстрого. Я тогда босса бегал, но это уже не актуально. Привет. Сейчас я пробегу просто до пулеметчика. На самом деле здесь очень просто добежать. Первые 5 раз. Потом становится гораздо сложнее, потому что у тебя, в принципе, нету баночек с лечением. Поэтому толку от твоего пробегания никакого. Здорово. Добежишь-то, а тут бутылок-то нет, и справляться с ним, в принципе, никак не получится.
Если эти собаки могут лазить по лестницам, все будет очень плохо. Я думаю, что они не могут, поэтому полезли. Полезли, говорю! Быстрей! А, сука, ты можешь лазить? Проститутка. Ну ладно, их всего два. До сюда больше двух не добегает. Это проверено уже было 100 раз. Вот видите, камера шалит, падла. Я хочу ее выделить, она поворачивает меня. Иди сюда. Он разбился? Ай, ты паскуда какая! Тот разбился, нет? Он полезет? А, он ушел, ну херс. Так, заход номер два. Поехали. Я так понимаю, он опять меня спалил. Я слишком быстро, наверное, громко лезу, поэтому он меня и палит. Женщина показывает кому-то палец. У нее, по-моему, там кровь на пальце. Она, наверное, порезала его. Ах, ты ж, сука, уже запалил меня. Смотри. Воу! Ага. Иди-ка сюда. Ага. Ну, конечно, давай-ка. Опа! А вот ты выхватил. Опа! А, сука, попадает, падла. Да хорош уже! Ты! В плесе у меня разлетелся. Хорош трещать, сука, я сейчас залезу, тебе голову оторву, паскуда. А я просрал там у него 5000, наверное, этих, да? Отголосков. Ну, мудак, что поделаешь? Не, я его сейчас завалю, это несложно. Я просто немножко растерялся, он меня попал один раз, падла, и все. Он, короче, прыгает, что он начинает прыгать, и вот эта секущая атака, и все. Сейчас все будет, я тебе отвечаю. Прям в натуре тебе говорю, я этого завалил до того, и все, я этого сейчас завалю, делов-то. Давай эти пампушки там, Куплинов, вот так надо делать, сейчас мы его завалим. Давай, собака. Оп, ай, сразу на пульный летел. Да хорош, сука. Это дурак, что ли, какой? Опачки. Ну-ка, давай-ка. Ага. Давай, стреляй, сука. Стреляй, падла. Ну, стреляй, ты чё? Да я пошутил же, ну. Сука. Ну, конечно. Я так-то такой же быстрый, как и ты. Оп, не попал, да почему? Да ёб ты налево, чах, перестань! Эх, а чё такое сейчас было-то? На-ка, тварёныш, давай. Да перестань, я говорю. Да бляха-муха, они не работают, у ворота от него. На-ка, давай, опа. Почти Ой, хули ты какой быстрый ты, я не понимаю. Ой, ты псин тупорылый, ты посмотри. Сука, я его скинул, дебил, он где-то там валяется, мудак сраный. Я могу этим пользоваться, нет? Чё это? Быстрый шаг, вот кто в ответе за это. Это я в ответе, ой. Мои 400 отголосков. Ух, сука, я-то думаю. Не, ну это, конечно, нечестно, но мне-то, конечно, насрать. Я тут при чём? Все, что победно, все честно, остальное, в принципе, не важно. Я бы, конечно, чувак, вальнул бы даже за тобой. Бляха, а куда трупец-то его улетел? Не, может, у него там на трупце что-то полезное есть? Это что? Кто-то прям сразу, короче, просто пришел и сразу умер. Бывает. Что еще пишете? Берегись падения. Охотник не... Чего охотник не одинок? Не понял я. Ну и ладно. А это я, да, вообще нормально прямо. Не, ну была, конечно, такая вероятность того, что он упадет, но что он действительно упадет, это, конечно, вероятности не было никакой. А, опять-таки, здорово. Скучала по мне, сучка. Я все не теряю надежды, да тут добежать. Пока уж мы тут. Я думал, просто с ним будет поединок гораздо дольше. Че тут? О! Ударил, получил. Лучший выбор — физическая атака. Для чего? Я не хочу никого Я думал, там лестница где-то есть. А куда попасть-то? Даже всяко может как-то попасть. Как, пока непонятно. Но, по-моему, нельзя.
Тут что? Помни перекат. Перекат, перекат! Нихера ваш перекат не работает! Врунишки. Врунишки, вы записюльки. Я вас так просто не прощу за это. Можно, конечно, попробовать разогнаться и без переката, а с прыжком туда как-то шмальнуть. Но я не представляю, как это должно выглядеть. Но как-то это выглядеть должно. Сейчас попробуем. В принципе, простой перекат мне помогает. Простым перекатом я пробовал, но у меня ничего не получилось. Вы прекрасно это видели. Опа. Вот, может быть, вот эта записка... Что тут написано? Как ты сюда залез? Мне интересно. Давайте попробуем разогнаться. Как-то... А хер вот как-то вообще разогнаться? Тут нужен прыжок, само собой. А я там делал перекат, поэтому ничего не получилось. Давайте. А-ха-ха! Красавчик! Предмет ждет впереди, прям не терпится. Хе-хе. Да-да-да. Время для радости, время для пения. Петь и радоваться? Окровавленная повязка посланника! Чё это за херня такая? И почему она так сложена в добытии ее? Окровавленная? Чего? А! Аксессуар, который носят притворяющиеся посланники. Чё это значит? Это какой-то ключ. Аксессуар, обожаемый наивными посланниками, который имитирует повязки жертв бедствия, не имея представления об их значении. Брызги крови производят довольно приятные впечатления. Обитателей пня, кажется, интересует украшение. Почему бы не позволить им быть счастливыми и наслаждаться, как дети? Действительно, почему бы не дать людям просто быть счастливыми? Я не знаю. Я бы дал. Без проблем. И все? Это единственное, зачем я сюда приходил. Походу, да. Так, а мне как бы интересненько, как отсюда спуститься без последствий? Без последствий отсюда спуститься, собственно, наверное, нельзя, поэтому давайте-ка я здесь быстренько помру. Пальчики! Или устрою мясо, почему нет-то? Опа! Давай посмотрим на старание. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ох, нихера их тут, смотри, целая орда. Ну пойдем, собаки. Опа! Оп, уже выхватил. Опа! Опа! Давай, давай, давай! Опа! Отходим! Поздно! Опа! Сучки! Давай всей толпой, налетай! О, ох, нихера это что сейчас было? Ох, это как так вообще? Да ладно! Ну-ка! А-ха-ха-ха! Успел, красавчик! Успел, успел! Да не, они не справятся со мной! Даже такой толпой! Если я не в ограниченном пространстве, то это бесполезно. На-ка, тварь. Давай еще, пойдем. Опачки. Оп, он куда ты лезешь-то? Красавчик, ну конечно. Так, выносливость надо подкопить. Иди отсюда. Давай, 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 черти. Оп, хорош, двух, короче, резанул. Молодчик. Оп, еще двух. Красавчик. Оп, тебе вообще досталось просто так, чувак. Я не хотел тебя бить. Отлично. Мало... А, нет, еще ты остался. А ты посмотри, что наделал. Ты посмотри, что натворил. Всю толпу разобрал. Ну, сука, я мастер вообще. Главное, осторожность. Ты смотри, ведь не потратил ни одной хилочки. Вообще, в принципе, мне, по-моему, всего лишь пару ударов нанесли, но я их быстренько отфармил обратно ударами. Не хватит, не хватит разобрать. Отходим. Вот это хорошо. И противоядие. Вот этого мне очень не хватало, если честно. Очень, просто прям совсем не хватало. Прям вообще никак не хватало. Пойдемте назад. Там, конечно, можно вылезти по лестнице, но здесь просто побольше мы подфармимся отголосков. Иди сюда, падла. Куда ты собралась-то, алло? Отходим. До свидания. Во, я же говорю, пузырьки, отголоски, они все очень дорогие, падлы. Поэтому приходится их фармить. Вы не представляете, что было со мной в прошлой серии. Это был просто полнейший попец. Сдохни. Отлично. Теперь твоя очередь. Ах, твою ж мать, на! Прощай. Я просто в эту сторону еще ни разу не бегал, поэтому я немножко не понимаю, что где я все время. Я привык бегать в одну сторону, именно сюда. Отсюда я еще не бегал. Я никогда отсюда жил, не возвращался просто. Заходишь, и все, и труп. Заходишь, и труп. А нам, собственно, сюда и надо. В принципе, можно было вылезти, но ничего, немножко подфармили.
Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Вон там одна падла слазила, я видел. Или она слазила по лестнице. Вот, кто-то есть, уже вижу, слышу. Ага, вон сидит. А, это ворона. Ты чё, это с одного удара не умираешь, я не понял. Там еще, по-моему, одна подрулила. Или нет? А, тут дверь. Что такое? Почему моя пушка не сносит ворону с одного удара? Я не понял. Может быть, потому что я бью другим ударом? Может быть. Так, тихо, я спрыгну, поднимусь, поднимусь, походу. Кто? Кто? Где? Что тут написано? Предмет волшебный. Куда? Сюда надо прыгнуть? Ты врешь мне, да? Записка, ты же мне врешь. Где это место вообще? Я здесь был? Не был. Ладно, сейчас попробуем туда вернуться. Мы сейчас здесь все быстренько обыщем, а потом спрыгнем туда. Здесь, вот здесь один черт в засаде, я помню. И вот здесь еще один, ага. Выходим. О, красавчик, пойдем. До свидания. Где второй? Иди сюда. Ай! Не-не, чувак, подожди. Моя удар, моя удар пошла. Прощай. Холодная роса, полезная хрень. Так, а сюда надо как-то залезть. Я знаю, куда ведет эта винтовая лестница. Она ведет вниз, в одну из башен, в которой мы пробегали совсем недавно. Так, кровавая херня укола. Это для, наверное, колющих предметов. Походу, надо придется прыгать здесь. Эта лестница куда ведет-то? В башню какую-то. Подожди, ну реально стоит прыгать, нет? Я не вижу там предмета никакого. И здесь ничего не вижу. Ну раз... Может прикол? Да попробуем. Чё терять-то? Сука, дурак. Чуть не занесло. Так, ну и где этот предмет может быть? Зря, наверное, прыгнул, да? Просто так взял и спрыгнул, дурак-то. Это... А хотя можно еще вон туда перепрыгнуть? Здесь хватит прыжка-то мне, нет? Ага, хватило. Молодец! Красавчик я, просто красавчик. Прям, ух! Действительно. И где я оказался вообще? Непонятно. Да ну! Где мой фонарик-то? Здесь я не был. Так, одну падлу вижу, вторая падла валяется. Ой, тут три их, отлично. Ну, пойдем. На-ка, сучки. На-ка. Отходим. На-ка, куда вы лезете, я не понял. Вот и все. Теперь все честно, представляешь? А! Хватило. А! Ты ж, мать твою, откуда ты тут взялся? Ой, еще один, спокойно. Два. Сколько? Один? Один. Я вообще со светом, пацаны, ничего? Где факел мой, твою мать? Отцепись. Сколько? Ой, как много их тут, ты посмотри, а? Так, выходим. Вот здесь вот давайте подеремся. Свет, ты боишься, собака, до сих пор, да? Не рискуем. Ой, мы тут сейчас налутаем вообще всего. Эй! Ребятки, ну-ка вернитесь. Слышу. Отходим. Осталось двое. Куда ты лезешь, парень? Ну вот куда? Пузырек крови. Пузырьки крови. Еще кто-то ходит. Непонятно где. Тут кто-то даже помер. Это что сейчас было такое? Чувак с пистолетом и пилой взял, короче, и, по-моему, задохнулся. Ну, судя по его анимации, я просто не понял, что он сделал. Здесь, кстати, сработал даже призыв духа этого. Пузыречек. Ай, уже даже, смотри, опять. Вот что значит, босса давно не было. Как давно? Что такое? О, сокровище. Точно сокровище, смотри, у меня. Нахер оно, знаю я ваше сокровище.
Умеряющий кровавый самоцвет. Да какое это сокровище? Это так, какашечка. Я думал, колючая проволока на пороге натянута. А почему нет? Всякое может быть. Что, здесь тоже народ до хера помирал? Эй, вурдалак, иди сюда. Соскучился по мне. Опачки. Ружье, штык, что такое? Тихо, тихо, тихо. Это оружие? Точно. Ружье, штык. Хитрое оружие, изготовленное еретиками мастерской пороховыми бочонками. Прототип, служащий простым огнестрельным оружием и копьем, возможно, созданный как имитация утерянного оружия Кейнхёрста. Ничем особо не примечательно, однако это единственное хитрое оружие со встроенным пистолетом. Серьезно, что ли? А что, мне не хватает для него? Не хватает этой оттенков крови 9. А еще оно для ловких персонажей, соответственно, не для меня. Я одеть его не могу, да? Это плохо. В том же Dark Souls, допустим, там можно было хотя бы предмет надеть, чтобы посмотреть, как он выглядит, или как он атакует, как он стреляет. Неважно, что он как бы неэффективен. Красная луна висит низко, а чудовище правит улицами. Разве у нас нет иного выбора, кроме как сжечь все дотла? Это кто-то такую записку оставил? Хера, чувак подзапарился вообще. Долго-долго он отписал. Так, откуда? А, отлично, это как раз я выход нашел. Ладно. Одеяние обугленного... Да ладно. Здесь, скорее всего, все для ловкого персонажа, потому что только ловкий персонаж, ну, либо я, смогут сюда залезть. Так, одеяние обугленного охотника. Один из основных предметов охотничьей одежды, изготовленной в мастерской. Результат нашествия чудовищ на старый Ернам, закончившийся огненным очищением города. Пропитка плаща хорошо защищает от огня. Владельцы этого одеяния выследили жертв нашествия, которые выжили среди пламени из запаха сгоревшей крови. Я так понимаю, оно защищает от огня. У всех одинаково написание. Да. Да, попробуем померить. Так, оно, значит, дает 110, 100, 70, 100. Но оно, в принципе, реально только для того, чтобы защищать от огня, насколько я вижу. Но посмотреть надо. От яда оно не защищает. И это, кстати, если бы, например, оно защищало от яда... Я бы очень сильно расстроился тому, что не нашел его до того, как сразиться с боссом этим, с этой паскудой, которая меня постоянно отравляла, потому что у него очень сильное отравление. Ну ничего, такой плащик. На это надо посмотреть, на улице, как он выглядит. Ну, анимация у него вообще прям зачетная. Можно, как змея прям, ты посмотри. Я, сука, змей! Пойдем-ка кому-то нарежу сейчас. Выглядит классно, но защита у него, конечно, поменьше. Хотя я как ни стараюсь, короче, делать какого-то сильного персонажа себе, отсутствие щитов, в принципе, этого сильного персонажа сводит на нет. Потому что один хер ты постоянно уворачиваешься. Один хер никакого смысла от того, что... Так, подожди. Один хер от того, что ты в тяжелых доспехах, тебя никак не защищает. Если по тебе начинают попадать, то пробивают навсегда и надолго, и все. Хер его знает. Сейчас на улице посмотрим на эту одежку, и я ее продавать не буду, я ее оставлю. Просто пусть будет. Если, например, какой-нибудь появится у нас огненный монстр, например, или огненный босс, то эта одежка очень сильно нам пригодится. Она же защищает, она, по-моему, нас ракет побольше. Сколько у нас общей защиты от огня получается? Тихо, 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 тихо. А, это сверху там ходит. Так, общая защита от огня у нас получается сколько сейчас? Огненная. 300. Да ты смотри, она просто вообще от огня рулит. Да. От огня она просто нас спасет. Ладно, насрать, короче. Оставим на всякий пожарный. Как раз таки на пожарный. Смотри, как четко подошло. Эта броня как раз таки на пожарный случай нам подойдет. Вон, эта паскуда упала вон туда. Собственно, она мне что-то оставила. Это я про пулеметчика. Я смогу эту херню подобрать? Ну прям огонь вообще, да? Как я должен это подобрать, скажите мне, пожалуйста.
Я должен был сигануть за ним и в полете успеть нажать на кнопку, что ли? Ну, замечательно, чё. Оу! Пацан, я тебя не заметил, прости, пожалуйста. Как некультурно это с моей стороны. Взять и не заметить такого важного чувачка, как ты. Так, живой кто ходит еще? Пока эти еще не встали. Иди сюда. Эй! Слышь, ворочек, ворочек. Спокойно. Сейчас мы тут всех довалим. Вставай, мать! Ай, сучка какая! Ох, там еще один. Как хорошо сейчас отпрыгнул, реально. Просто взял, случайно на кнопку нажал. Повезло. А за выносливости вообще, короче, не смотрю и могу проиграть. В следующий раз вот кончится выносливости, проиграю. Такие вот дела. Чё, кто еще-то? Вставай давай. Прощай. Ать! Вот я вам про это и говорил, собственно. Да-да-да! Твою мать! Да-да-да, я говорю. Помни безопасное место. Да все уже, теперь любое место на этой локации безопасно. По-моему, всю мы тут зачистили. Это уже вырвалось. А, так мы здесь пробегали. Давай-то на этом мы на сегодня закончим. Ну нет, не на этом. Шучу. В принципе, больше ничего интересного в этой серии не произойдет. Кому срочно куда-то надо бежать, можете выключать. Мы сейчас добежим до... А куда делся парень-то? Их же здесь два было. Мы сейчас добежим до лампы и закончим на этом все равно. Поэтому, если кого-то сильно прям горит желанием досмотреть, досматривайте. Кто нет, то, в принципе, может увидеть, как я классно резанул 4 ворон разом. И мы с вами... Ну, заканчиваем, короче. Сейчас, подождите, соображу я все. Там сверху еще парочка осталась, и все, и уже лампа. Ты-то тут откуда? Или я тебя не убивал, типа? Эх! Расплечислил, как там это говорится. Разгуляй. Не помню, как это говорится, короче, но как это говорится. Ладно. Кто тут живой еще? Ох, черти, смотри, вас трое тут. Ах ты ж, мать твою. Давай втроем все вместе, заходи. О, красавцы. А, последний. Ну. Там еще сзади кто-то бегает. Точно. На-ка, тварь. Вот и все. Это, собственно, все. Все. Все и вся. Куда я здесь могу прыгнуть? Никуда. Так, подожди. А там же еще какая-то лестница была. Куда она ведет? Тут что такое-то? Она ведет куда-то, хер пойми куда, но я сюда спрыгну, наверное. Ну-ка, подожди-ка. А что это за место? А! Ну да, ты правильно. Чё это я? Тут вон как все друг с другом связано. Короче, на этом мы сегодня закончим. Хотя вот сюда еще сбегаем, посмотрим, что тут такое. А тут у нас... Ничего и нет. Кто-то говорит, что я невнимательно все обследую. Я хер, как можно еще внимательно тут все обследовать. Я даже костюм пожарника нашел. Я, хотя, в принципе, туда никак не этого. Если бы не записка, я бы, соответственно, не нашел. Все. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем до встречи в следующей серии, ребятушки. Всем пока. Раньше здесь был мат.